На этой неделе исполняется 30 лет с инаугурацией первого губернатора Иркутской области. Юрий Ножиков – важная фигура в истории нашего региона. В Иркутске почтили память о нем. К памятнику Юрию Абрамовичу на улице Сухобатора возложили цветы. В июне также будут отмечать 90-летний юбилей со дня рождения Юрия Ножикова. По этому случаю в течение года проведут 98 юбилейных мероприятий. Главная задача – сохранить память и наследие первого губернатора Иркутской области. Юрий Абрамович возглавил Иркутскую область в самое тяжелое время, конец 80-х и 90-е годы. Это было время перехода от одной социально-экономической формации к другой. Это было время кризиса, это было время обнищания народа, это было время реформ. И заслуга Юрия Абрамовича заключается в том, что несмотря на вот такой тяжелый период, он ни разу не допустил никакого серьезного кризиса внутри иркутского сообщества.